В общем, сейчас подошла ко мне какая-то бабушка, японская экскурсовод с бирочкой. Что-то она до меня докопалась. Я, короче, в общем, объяснил, что я из России, типа, ни хера не понимаю по-английски. Говорю, тут карту смотрю. Короче, посмотрел я карту. Вот. В принципе, сейчас пойдем по всему имению и посмотрим, что да как.